чтобы приготовить пищу, это надо полдня. А мне жалко времени, я иду в огород. Раньше молодая была, и коров держала, и телку держала. У меня только котик, больше никого нет. А так я и печку истоплю, и дров внесу, пока еще, слава богу. У нас традиции на Новый год обязательно домашние пельмени. Лучше предпочитаем свои пельмени. За милую душу, Черкашина. Я первый раз такие вижу, я такие не купалась. Ну, попробую, знаю. Такие пельмени можно кушать. Вкусные, как будто в домашних условиях делали их. Можно кушать. За милую душу будем кушать.